Ой, добрый вечер, город Тирасполь. Мы сейчас с вами находимся прямо в самом центре. Это улица Лифнехта. А там у нас городской стадион. Вот здесь университет. Расскажи, Сайрус, что вот здесь за здание? Здание, оно получается снаружи. Ага. Оно просто на территории университета, в этом здании общежитие. И с той стороны университет музыкальный, ну понял. Ага. А с этой стороны как какое-то учреждение, что-то дополнительное. А вот здесь у нас парк Победы. Идемте. Вперед, только вперед. Ну ты все-таки как-то больше знаешь Тирасполь. Давайте все-таки... Вот этот перекрёсточек такой. Вот он, городской стадион. А вот там еще что-то ты... Евразийская интеграция. А вот там, кажется, юридически, да? Вот, немного дальше, да. Да, есть, да? Ну хорошо тогда, пойдемте тогда, уважаемые телезрители. Мы вам 25 октября, центральную улицу... В данный момент мы проходим. Да, она вот, вот она, улица Мира. Мы сейчас по ней идем и дойдем. Это была вот так улица Мира. А сейчас вот это... А, вон, 25 октября. А сейчас мы идем по 25 октября уже. Вот такие вот у нас... Крутые да. Это реально крутые троллейбусы. В Бендерах такие, знаете... Для чистых людей. Ну, вообще-то в Бендерах есть один похожий, но четвертка. Да. Ну, расскажи, где мы хоть были, если можно. Мы вот сегодня были на улице Юность, да. Мы были расскажи. Мы были на улице Юность. Ездили по делам. На палку по делам. Да, ну почти. По серьезным делам. Да, очень серьезно. Таким делом, что они разглашаются, но достаточно сказать, что очень серьезно. А потом зашли в парк культуры и отдыха Победы. Да. Там, между прочим, памятник Котовскому, если кто не знает. Мы хотели его снять, но он не был освещен. И... Да, очень Котовский. Ну, была бы, знаете, такая статуя... Ой. Так, а вот сейчас мы... Около нашего драмтеатра. А тут, имени кстати... Имени Раевской, да? Да, имени Раевской. А вот тут все хотел... Сайрус все-таки. Васю вино надо слушать. А где елки-то тут, а? Еще пока не установили. Как не установили? Ну вот так. Но мы все-таки, уважаемые телезрители, дойдем до центральной елочки. Да, и мы уже наметили. А, кстати, вот так вот переоборудовали общежитие. А, да, тут так... отремонтировали. Тут, такое, да, тут такая общага была. Все как положено. И внутри комнаты тоже полностью переделали. Новая отделка абсолютно всего. И жить гораздо приятнее. Так, ну давайте хоть чуть-чуть так покажем. Вот, что тут, чего тут в Тирасполе. Слышь, Серёж, вот здесь всегда стояла елка, но ее в этом году нет. По какой причине, я не знаю. Возможно, ну, решили сэкономить. Итак, центральная улица, 25 октября. А ты куда вообще пошел? А я вообще хотел так, а не так. Ага. Самый умный, что ли? Переходить это будем дорогу или нет? Так. Университет. А? Давай иди сюда, чтобы мы от Шевченко пошли. А то... Ну ладно, он что-то там решил ладить, где ему не надо.
Да, вот сейчас, кстати, наверное, номер 19 едет в Бендеры. Сейчас я вам покажу, но он правда стоит. Кстати, тут взрыв был какой-то. Это... Так. Ну что, пойдемте так к Суворову и дойдем. Вот, вот троллейбус номер 2 едет. Вообще-то тут у нас развилочка. Вот номер 19. Это у нас Бендеры. К сожалению, номер 2 это. Ну идем. Идем. Так. Ну давай рассказывай, что. Что тут? Вот университет. Это вот что? Это что за корпус? А, физмат, физико-математический. Так. Кстати, педагогический, с правой стороны. Вот это, да? Да, считается центральный корпус. Вот это, да? Насколько я знаю вообще. Ага. Понял. Так. Ну вот видите, все возможные витрины, тут шериф представляет. Не балуйся. Че так сказала? Не балуйся, говорю. Не надо. Надо, Федя. Вот. Конечно, вот все-таки. Кафе Дольче Вита. А где? Можно кофе попить. Вот здесь, да? А это у нас улица Гагарина, насколько я помню. А вот, вот это что за корпус? А, там? Да. А? Не, это относится к этому корпусу. Это все один. Ага, хорошо. А вот там дальше, вот если немного дальше пойти, там уже будет иностранных языков. Ну или еще чего. Ну, но... Вот а... тут у нас Юра Гагарин. Минагдовская, как это называется. Стоит. А вот это что тут? Нерегулированный вот... пешеходный переход переходит. Вот у нас. Уважаемые телезрители, в этом году, ну, на днях были выборы. А... Вот такой вот щит. Огромный щит, прям по улице Гагарина, улице 25 октября. А вот тут что? Вот что тут? Вот все хотел у тебя спросить. Где там кофейня, так. А рядом аптека. Блин. Так, а тут? Ну, это связи, это вот дом Чевиза. Ага. Тут летняя терраса большая. Ну что, спускаемся. А вот видишь, тут все-таки не так освещается улица. Все-таки. Я все-таки так. Вот, кстати, если там еще одна осталась, весь тут антикафе, о котором я тебе говорил. Да-да-да, было дело. Антикафе классно тем, что... А, давай все-таки посмотрим, что там у нас тут. Там получаешь определенные бабки. Тут у нас что за фирма? Орион. А что это такое? Орион вообще. Орион, а. Страховая компания. Так, это что? Это диагностика зрения. Вот что. Так, это значит мне сюда надо, я так понимаю. Ага. Попробуй. Компьютерная диагностика, между прочим. Современная, как положено. Студия красоты. Ага. А вот тут помнишь жалюзи, мы спрашивали. Где-то жалюзи деревянные бамбука. Здесь было? Дальше. Так, а это что за здание? Вот, ну, вот это новый бизнес-центр построили. И, кстати, по-моему, он к шрифу имеет отношение. Так же, как вот там гостиница «Россия». Это ну, мы сейчас не подойдем России. Все-таки. А, так, а вот тут что у нас? А тут банк. Так, понятно. Банк ипотечный. Да. А, назвать свою фамилию, данные, вот, что там, все такое. Государственная администрация города Тирасполь. Которая потом перенесется в другое место. Или Дом Советов, между прочим.
Вот бизнес-центр. Так. Так. Кому-то не понравилось, здесь разрешена остановка, он хочет понять знак. А вот это уже с Новым годом поздравляют, или я ошибаюсь? Давайте посмотрим еще с этой стороны. О! Вместе с нами на финансовых дорогах. Очень интересно. Так вот, так вот. У нас здесь, в столице Приднестровской Молдавской Республики, город Тирасполь, доска почета. А между прочим, ты знаешь, все-таки Тираспольский исполком лучше освещается, чем наш Бендер. Мне вот так вот не. Тебе вот так вот не кажется, а? А смотри, как красиво у них. Слушай, а красота какая, да? Ну, ты, кстати, в нем был? Ты мне рассказывал? Ну, пару раз заходил. Мы же тут дали направление на карту. Ага. Это они дают, да? Ну, а как? Куда? Прокуратура, милиция и суд, отсюда мы получали направление. А вот то новое здание, это будет то место, куда они переселятся. Ну, она тут находится, а все-таки давай покажем все-таки гостиницу «Россия», то. А для того, чтобы показать, так, Владимир Ильич Ленин. Да, но где мы можем перейти? Тут. Итак, мы переходим тут дорогу. Так, чтобы ты в кадр не попал. Северус не попадет в камеру. А? Камеру Северус не попадет. Ну, хорошо. Северус. Да. Вот такой у нас торговый центр. А тут видеокамера смотрит на нас. Что, вот так давай пойдем, да? Мы же не будем как бы тут ходить и рассказывать всякие непристойные. Тот чувак, который в машине сидит, он ему потом тебе порассказывает. Вот это общественно-деловой центр. Все, пошли отсюда. Пошли отсюда, подсказывай. Там наверх. Да не надо, надо было оттуда показать и все. Зачем? Ну вот она тут стоит. Зачем? Пойдем отсюда. Да не видно отсюда. Ну что я буду туда идти на этот, на Свердлова, оно мне надо. А сам подумал, вот она, все, хватит. Отсюда только не увидишь. Ну все, пойдем. С той стороны надо было показать. Идем, все. А дай хоть это, фотографию себе сделаю. О, есть. А теперь их будущее новое здание. Какое оно сейчас и каким оно будет, когда его полностью приведут в порядок. Хорошо. Вот оно впереди. Вот тут оно. Так, ну давай рассказывай, что тут. Аптека тут. Есть. Ну хорошо. Эка. Вообще аптек много, да, на центральной улице? Ой, а тут что? А, вот сюда мы доходили на чержалюзи, помнишь? Да, нет, там чуть ли не $100 нам сказали. Ну, потому что там буковые какие-то. Ну, да. А вот и будет новый дом совета. Да я знаю, но вот тут вот будет. Ну, ты знаешь, а другие не знают, например. Так что покажи. О, ювелирный салон? И фотку даже сделал. Хорошо. Вот тебе фото. Нет, по центру. Тогда еще так вот и сделал, то правда еще никогда... Ты мне пальцы, бля, замороженные. Так. Это мы все-таки, наверное, доходим до бывшего книжного, да? Магазина. До центрального книжного. А вот это что за здание, Сереж? Это центральный совет. Ага. Тут, в общем, оформляют пенсию, уважаемые наши.
со граждане. А кому нужно более подробное название, вы можете показать. Ну, хорошо. Более хорошо. Центр социального страхования и социальной защиты города Пираж. Бюро технической инвентаризации в одном помещении. Так. Ну что, магазин Тикина у нас? Фанат. Да, новый корпус будет намного круче. Какой? Для Дома Советов, разумеется. Мы все... А вот тут что? А вот это что тут? Магазин, разумеется. А что в этом магазине? Одежда. Женская, по-моему. Да, я так вот. Ну, надо как-то немножечко и стоять. Подожди, подожди. Вот ты ходишь так. На бетон. Смотри, никого нету. Самое... А, это отдельное здание. Они вообще там здесь сидят. С левой стороны. От тебя. Ну вот еще чуть-чуть, и мы как бы до площади. Мне показалось, что это троллейбус 20. И дойдем с вами. О, тут у нас два троллейбуса. Какой троллейбус 20? Что ты уже рассказываешь сказки? Троллейбус 20, где ты его видел? Как сзади тебя? Нет. Вот, вот это не себе сзади, спасибо, освещено здание. Обалденно. Ну вот это у нас улица Ленина уже, вообще-то. Вот как я помню. Так, троллейбусы и поехали. Это еще было 25 октября. А дальше ты здесь, блядь, через... По-моему, там где-то плаза. Недалеко. А тут, банки... а тут Башмак, бывший магазин Тигина. Тигина плюс. Ну. Тигина плюс отличается от Тигина. Там не только тигиновская обувь, а и многие другие компании. А в Тигине чисто тигиновская. Так, тут у нас компьютер продают, насколько я помню. Подожди, ну... Вот спешит ты, любишь, как сильно. Так, я думаю, я тут сделаю маленькую паузу. Ну, не в кадр, не в кадр. Я тут думаю, сделаю маленькую паузу все-таки. Дабы... Вот неинтересно. К 19-й. Так. Ну мы фактически уже на площади, да? Еще чуть-чуть, и мы будем на площади. Хотел. А вообще такой быстрый. Во-первых. Вот дальше он бы просто не потянул. Кстати, тут Евростиль был когда-то. А сейчас тут Тирасполь. Куда Тирасполь? Ты тут был? Да, пару раз заходил. Ну и что тут? Ну, одежда. Часы эксклюзивные, наручные. Угу. Кафе. Мини-кафе. Парфюмерия на разлив. Да, так. Там еще какие-то. Рассказывай, рассказывай. Ну, что рассказывать? Я не всегда с ним везде там хожу. А надо везде ходить? Ну, да. Ну что да-да? А вот тебе да-да. Когда ты записываешь, везде тоже бессмысленно. Просто так ходить интересно.
Ну что, мы начинаем вторую часть.